Какое счастье, что я дожил до этого времени. Я очень хорошо помню послевоенную Москву. Очень. Помню прямо по деревцу на территории детской Морозовской больницы. Я истоптал ногами Ордынку, Полянку, Пятницкую улицу. Я в 16 лет пошел в Замоскворечье на завод и работал там. Москва сегодня, с моей точки зрения, шикарный город –